Всем доброе утро! Мы сейчас сделали на завтрак кофе и разогрели пиццу. У нас вот такая пицца с сыром, колбасой, ветчиной, грибами, в общем, ассорти. Это покупная пицца. Кстати, да, у нас вот осталось со вчерашнего дня тут в тарелочке. Можно было бы кинуть, ну ладно. У нас сейчас, кстати, логопед, и Милана уже покушала. Сейчас через 5 минут сейчас как раз выпью кофе и будем уже заниматься. У меня еще тут кофе. Вот эти вкусные карамельные хлебцы. Очень они мне понравились. Я один кусочек пиццы съем и хлебцы. А мне не надо, наверное. В общем, всем доброе утро, всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами, потом мы собираемся к бабушке с дедушкой в гости. У нас тортик мы вчера купили вкусный. И поедем в гости. Мы приехали в гости, сейчас заехали. Алика хочет снять тик-ток. Еще здесь очень холодно, и вообще холодно у нас. Да? Перчатки у Миланы есть? Милана, у тебя перчатки есть в кармане? Давай, одевай. Одевай перчатки. Замерзнешь. Взяли с собой... Вон птички. Ой, вон птички. Пойдемте, взяли хлебушек покормить. Птичек. Одевай, Милан, перчатки, пойдем. Смотрите, красиво как. Нет, вообще, когда мороз, и небо такое. Нет. Пойдемте сюда, потом возвращаться. Ну, пойдемте, да, обратно пути будем идти покормим. Я говорю, никогда хлеб, они сразу на этот хлеб налетят. Ну, просто там не было вообще птичек, а сейчас вот они прилетели. Ну, сейчас пойдем, Лика там снимет. Ну, и я немножко. Да, Лика, Лика снимет. Ну, и я немножко. Вот, и потом мы пойдем птичек покормим, потом к бабушке. Да. Дедушка с тортиком, да? Чай пить. Лик, дай, ты оделай перчатки, а то прям холодно. Я вот телефон держу, и руки прям замерзают. Сюда приезжайте, собственно. Этих людей мало? Ой, лучше не надо, Лик, я боюсь. Я считаю, что не надо выходить на лед. Ну, твои развернутые? Да. Бабушка сделала тут всякие вкусняшки. Мы все у бабушки. Ты что там делаешь? Выбираю, какой еще смотреть. Вот это. Ой, как свободное время, так Милана сразу где-то в компьютере. О, ты наш влог смотришь? Да. Понятненько, понятненько. Сейчас еще чуть-чуть побудем и пойдем уже, будем собираться, поедем домой. Покажи поняшку, покажу, как ты подарили. Мелонка сейчас собрала поняшку. Ну как, сама? Конечно, не сама. С большой командой помощников. Я вообще ничего не собирала. Робот. Мне сам собрали. Единорог. Красивый. Да? А что он умеет делать, Милан? Бегать что-то. Бегать умеет? Ну-ка, Лика, хлопни. Там, по-моему, от звука. А ты не можешь включить, да? Нет. Вон, Милаш, нажимай. Давай, иго-го. О, светится вроде бы. Вот. О, пошел. Ну, все. Машка, давай, дай. Зашли сейчас в фикс-прайс, смотрите, здесь уже продается все к Дню Святого Валентина. Вот такие формочки силиконовые, смотрите, вообще красота. Кексики, может купить такую формочку? Не. Для кексиков вообще супер. Слушай, а мне нравится. Можно такие капкейки. Есть розовенькие, смотрите. Капкейки сделать, тут 6 капкейков. Вот такие, смотрите, подушки красивые есть. Ух, смотри, какие красивые сердечки, да? Ага. Ой, подержи. С крылышками, смотри. Где крылышки? Сзади. Ой. А, ангелочки. Смотрите, какая красота. Ну, вот голубой даже лучше, чем розовый. Да, голубенький, прям такой красивый вообще. Вот я сердечки не знаю, вот смотри, кексики. Ну, не знаю. Хочешь, пусть будет. Думаешь, будет? Слушай, вот это, наверное, возьму. Вообще классно, да? Ну, давай. Сейчас еще посмотрю, какие есть. Нет, голубенький возьму. Угу. Так, сердечки, наверное, не будем брать. Все-таки я у Лики спрошу. Вообще, у нас есть такие формочки силиконовые.
А вообще еще тут, смотрите, разные брелочки, клипсы декоративные, магниты к 14 февраля, разные наклеечки, стаканчики, ручки, вот такие шарики стеклянные, шары. Красота, открытки Валентинки есть. В общем, супер. Так что уже можно... О, держи. Ну, нет. Смотрите, набор воздушных шаров. Это какие они? Слушай, там наши это покупки. Ну, никто их не трогает. А, это надувать, да? А помнишь, были такие вот, когда вот стучишь, они такие шук? О, какая красота. Смотрите, а здесь есть вот такие губы. Есть вот такое кольцо. Слушайте, какая красота. Букеты. Так, а это что? Ой, а вот они, вот эти, которые взрываются. Да, смотрите. 9 штук здесь. Покажи. Слушай. Нет, это простые надувашки. Точно? Да, обыкновенные. Ну, тоже вообще прикольно, да? Вот так. Не, я возьму такие. Так, а цвета? Они все розовые? Они нет, нарисованы. Вот красные. Они нарисованы, скорее всего, вот как у тебя. Нет, вот впереди. На картинке, впереди на картинке. Вот они, все 9 шариков нарисованы. Или розовые лучше. Там разные, да. Разные? Да. Вот красный есть и розовый. Что лучше взять? Вот этот розовый лучше. Ой, я хочу красный. Хочу красный. Я специально говорю розовый, значит, наоборот возьму. Так, короче, сейчас возьму красный. В фикс-прайсе взяла все-таки вот такую подушку. Она мне почему-то больше понравилась, чем розовенькая. Она такая мимишная. И вот эти розовые щечки очень, мне кажется, красиво смотрятся. И смотрите сзади. Вот так. Берите вот эти шарики. И смотрите сзади вот такие крылышки. Не знаю, мне кажется, так очень-очень красиво. Еще, ребят, это не вот так, чтобы носить. Это у ангела же есть такая на головке. Нет, да. Очень красиво. Цвет мне прям так понравился. Угу. Так, взяли еще. Нам нужны были ручки шариковые. Цветные здесь. Зеленые, красные, чернила, черные, оранжевые, розовые, фиолетовые. Проверим, как пишет. И выбрала я все-таки вот такой цвет шаров. Здесь 9 штук. Сейчас их тоже хочу открыть, посмотреть. Там же шарики. Мы хотим их вот на вот эту подставку. Видите, вот у нас шары стоят. На такие вот две подставки. И хотим надуть. Здесь, правда, на 7, да, шар? Сколько ли? 7 шаров. Ну, тут 9. Какие-то выберем. Да, 2 запасных будут. Сейчас откроем и посмотрим. Открывай. Оп. Подожди, подожди, Милан. В общем, смотрите. О, сердечки. Да, вот. А можно ли вот такое розовое сердечко надуть? Подожди, Милан, пока не надувай. Значит, смотрите, есть вот такой розовый здесь, это большой был, такой основной. Ой, какая красота. Мятный, смотрите, 2 мятных. Два голубых сердца. Вообще, смотрите, да, какое красивое сочетание. Да. И вот такие вот, получается, 4 розовых. Ну, можешь взять, Милан. Один розовый, да, можешь взять. Я надую его сейчас. Мы сделаем вот так. 2 мятных, 2 розовых, 2 голубых и 1 большое розовое. Даже еще один. Сейчас Милана как раз надут, посмотрим, какого размера, что за шарик. И еще вот это тоже можно убрать. В общем, молодец. Как красота. Милана легко тут надувать уже начала. Ага. Красота. Это мы потом ближе к 14 февраля. Как же сердечко, это не нет, то. Дальше. Да, еще больше. Вот такие цвета, смотрите. Красивые тоже, да? Такие четкие. Красивые, Лик? Смотри, какие красивые мятные, да, и голубые. Ага. Вообще прелесть. Да, в общем, пока завезли все к 14 февраля. Очень много чего в фикс-прайсе есть. Так что главное не упустить момента, все вовремя купить. Потому что знаю, что потом буквально за несколько дней до 14 февраля пустые будут прилавочки, полочки. Так, мне вот этот больше нравится. Этот какой-то помятый беру. Вот эти вот. Вообще, на всякий случай, вот этот один запасной оставить, потому что... Ну, еще надо. Думать. Еще надо, давай. Потому что мало отдохни, ли лопнет. Подержи. Отдохни, вот так оставим, то уберем сейчас.
Цвета там еще были, я показывала, да, красные, все розовые, и розовый, и фиолетовый. Тихо. Тяжело идет. 55 рублей такой набор стоит. Вот. Подушка, кстати, подушка, а Милана уже убрала, подушка 199 рублей в фикс-прайсе, розовые и голубые. Не пойму, кто кого надувает. То ли шарик Милана, то ли Милана шарик. А у нас, смотрите, еще видите, вот эти шары так и летают. Ой, мятные тоже, кстати, мятные. Шарики. С днем рождения. Ой, Миланкина. Кстати, так хорошо их надули в этот раз. Все они у нас летают. Ну вот. Эти шарики. Да, вот уже хорошо. Да, молодец. Ну, прикольно, да, такие сердечки? Мятные вообще. У Миланы такой, правда, не лопни. Слушайте, ну вот эти тоже нам прям классно надули. И они вообще не собираются еще и сдуваться, Милан. Долго тебя шарики твои будут радовать. Ладно, на этом наш влог сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра и всем пока-пока!